Всем привет! Вопрос дня сегодня звучит так. Кого еще недавно считали самым парижским из японских дизайнеров? Конечно, Кинзо Такада, модельер и художник, проживший в Париже 55 лет. Он приехал сюда без гроша в кармане и без знания языка в 60-х. Ему было 25. И у него все получилось. Модникам понравилось носить его яркую одежду зимой и не бояться цветочных мотивов и пэтчворка. Духи дома Кинзо стали парфюмерной классикой. В прошлом году на своем 80-летии модельер, отвечая на вопросы журналистки о заветной мечте, сказал, что очень хочет встретить большую любовь и отправиться вместе в путешествие на корабле. К сожалению, в начале октября Кинзо Такада встретил смерть, по заверениям прессы, от последствий коронавируса. Надеюсь, там, где он сейчас, ему есть кого одевать и с кем путешествовать.